делает по-своему, в меру своих способностей, желаний, своего характера, своих привычек, индивидуальных качеств. Понимаешь? Да. Просто очень простая задача. Просто нужно ее принять, что мы создаем гигантскую платформу, которой еще раньше никто даже не задумывался о создании подобной. Да? Да. Сети социальные, они выросли сами, естественным образом. Да? Поскольку люди приходят просто ради желания общаться самым кратчайшим путем с одной точки мира в другую, с другой, да, то есть с разных концов мира, чтобы мы могли связываться моментально, это нам обеспечил Facebook. Затем это пришли к нам мессенджеры, соответственно, да, в помощь тому же Фейсбуку. И посмотрите, и у всех есть аудитория. Мы пользуемся не только одним мессенджером, а несколькими. Мы пользуемся не только Фейсбуком, как площадкой для общения. У нас есть еще и YouTube, понимаете? И сейчас появился CrowdOne. Это платформа, которая объединяет людей, которые хотят зарабатывать деньги. И людей, и компании, которые заинтересованы в прямых продажах своих сервисов и своих продуктов. Исключительно онлайн. Речь идет не о физическом продукте. Речь идет об онлайн-услугах, онлайн-сервисе и онлайн-продуктах. Да, это приложение. Прежде всего, это те же мессенджеры могут быть. Это те же передачи программного обеспечения. Это может быть стриминговое телевидение. И многое-многое другое, но исключительно в формате онлайн. На самом деле мы создаем новый континент. Онлайн. В котором будут люди существовать, жить, зарабатывать деньги и в нем же их тратить. То есть большую часть жизни мы уже проводим вот тут. Вы согласны? Да. Сколько времени? Да. Сколько времени мы здесь? Очень много. Так вот, понимаете, а CrowdOne переместила вот в этот формат, в который мы тратим колоссальное время своей жизни. Она нам предложила параллельно с этим зарабатывать деньги не на дядю, а вот здесь. Чтобы это время, оно, наше время, оно оценило и дало нам возможность его монетизировать. Вы понимаете, делать то же самое, что мы делаем каждый день. Вот все. Формула очень простая на самом деле. А детали уже... Да, конечно, смотрите... Я буду краток, постараюсь, потому что я сегодня немножко устал и перегрелся на солнце. Видно, что я загорел, да? Я выехал к морю наконец-то. Вот, двух шпицев таких вот здоровых поймал. Длинные такие. Рыба с длинным клювом. Да, вот такая голова и такой клюв интересный у нее. Прикольный. Вот. И хочу главное сказать, посмотрите, пример привести, да, сравнить с Фейсбуком. Посмотрите, Фейсбук – это компания, которая зарабатывает колоссальные миллиарды долларов. Браво! Все за. Ну почему? Они прекрасный продукт создали, мы им всем пользуемся, радуемся. Но кто, давайте разберемся, кто создал эту ценность компании? Кто, за счет чего она получает такие колоссальные деньги? Да, безусловно, ответят. Благодаря гению, который создал эту платформу. Согласен. Но давайте вернемся просто к цифрам, то, что нас всех интересует. Кто создает контент? Мы, люди. Да. Чем нас больше становится у Фейсбука, тем он становится богаче. Почему? Потому что он становится влиятельнее за счет влияния массы, крауд, толпы.
которую она все время увеличивает. За счет нашего интереса. Нам интересно, мы туда приходим. Но все деньги, которые она получает, он получает в Facebook от рекламы партнеров, которую мы же носим, и мы же ее потребляем. Правильно? Да, да. Да. То есть мы две функции выполняем. Мы являемся и платформой, которая носит эту рекламу. Мы ее потребляем. Да? Мы же и покупаем, тратим деньги на нее. И передаем ее также, контентом и так далее, обмениваясь друг с другом. Создавая контент, на котором размещается вся эта реклама. Не было бы контента, не было бы места для рекламы. Правильно? Чем больше контента, тем больше площади для рекламных вывесок. Но все деньги, миллиарды, сливаются в одно горлышко узкое. Вот сюда вот так вот. Буль-буль-буль, вот сюда вот красненько, видите? Да? А где остальные? А все мы работаем, мы балдеем, конечно, мы радуемся, мы хвастаемся, мы делимся, публично плачем, публично смеемся, танцуем и так далее. А Facebook денежку стрижет. Что сделал CrowdOne? CrowdOne просто-напросто. Вот это горлышко, на него накрутил душ. Да, понятно. В котором... Каждый человек, который входит в компанию, делает дырочку в этом душе. Вот уже сегодня больше 6 миллионов дырочек, через которые сыпятся денежки, которые в воронку сливаются. А денежки сливаются от того, что кто-то играет, на сегодняшний день это агрегаторы игровые, в мире, в 12 странах люди тратят деньги, играют, да, на этих в этих казино онлайн, да, и эти деньги, которые тратятся в этих казино у партнеров, половина от этих денег уходит обратно в компанию, и которая распределяется между всеми партнерами. Компания себе оставляет только 20% на содержание, на обслуживание, ну, естественно, люди, которые стоят у истоков, должны зарабатывать тоже. Вы понимаете, какая фишка? И каждый из нас строит свой бизнес внутри этого гигантского бизнеса, который разбухает как вот на дрожжах теста. Мы, каждый из нас, строит свой бизнес. И чем он успешнее, этот бизнес, чем мы больше людей приглашаем, то есть мы это тесто раздуваем, понимаешь, да? Больше дрожжей. Я приглашаю одного человека, я ровно на одного человека становлюсь богаче. Я ценнее становлюсь. Я пригласил двух людей, я на двух человек стал ценнее. Ценность моя увеличивается. Мои люди приглашают других, ценность увеличивается. Ну, ты же математик, ты прекрасно уже поняла, да, Соня? Да, да. Очень формула предельно простая. Здесь нет математики, на самом деле, здесь простая арифметика. Только именно вот гений способен создать настолько простую схему, чтобы накормить всех. Всех участников, всем хватает, потому что деньги идут от всех и ко всем. Они не пропадают. Вот в чем дело. Вот такая вот игрушка. Все гениальное просто. Я вот сейчас выезжал вечером на заказ специально, мне просто не сидится, не имется. Я записал коротенькое видео. Я не знаю, как получилось, да, просто сидя в машине, выключил тачку и наговорил. Вот сейчас я занимаюсь ее обработкой, чтобы взять ее, выставить. Там полчаса осталось, пока загрузится там и так далее. Вот, и оно будет сделано. Я как раз говорю об этом. Ребята, CrowdOne опережает время. Понимаете? А мы вместе с CrowdOne. Все, кто не успеет прыгнуть в последние вагоны, которые сейчас еще есть, он останется за бортом во вчерашнем дне. Сегодня, кто приходит, мы все являемся пионерами. И компания соответствующим образом нас по заслугам вознаграждает. Чего не будет потом. Это радость будет
доступно только 20 миллионам людей. Вы представляете? Только 20 миллионов будут иметь реверсы. Все остальное у нас будут покупать новые партнеры. А соответственно, мы же не будем продавать. Кто-то будет продавать, но мы же, кто умнее, да, то будут выкупать, естественно. И цена будет лететь просто вверх, потому что предложение, потому что спрос будет превалировать над предложением колоссально. Предложение не будет, будет только спрос. Это, здесь вообще неприменимо вопрос там, а вот акции там поднимут, начнут скупать, если появится возможность, сразу же начнут сбрасывать. Это другая совершенно история. Это не про это. Это не про нас. Вы понимаете? Это не про нас. Тем более, что мы проиграем всю эту схему во внутренней обменной площадке, которая скоро-скоро вот-вот-вот появится. Понимаете? И посмотрим, как будут продаваться. И как будет покупаться. Мы все это будем видеть внутри своего же сообщества. Понимаете? Ну, вот я, пожалуй, все. Если у вас есть ко мне конкретные вопросы, задайте, пожалуйста, чтобы я мог на них ответить и откланяться. Тонечка, задай, пожалуйста, если у тебя вот что-то непонятно, задай вот конкретно Марку, он наш лидер, он уже давно в этой компании, он знает на все вопросы, на все ответы, на все вопросы ответы. У тебя пока есть вопросы? Нет. Нет, пока еще изучаю. Значит, София, у меня к вам просьба, просто рекомендация, не просьба, рекомендация. Старайтесь изучить, от внешнего мира отрежьтесь, все. Погрузитесь в тему. Вот так вот, понимаете, в тему погрузитесь. Вам хватит одного дня, чтобы все понять, все изучить для того, чтобы начать зарабатывать деньги. Понимаете? Но, не зная предмета, никого не трогать, не приглашайте. Но если вы не знаете ответа, если вы чувствуете, что вы пошли, вы начали приглашать людей, не знаете ответа, вы так и говорите, я не знаю, только не придумывайте ничего. Я не знаю, но знает мой спонсор выше. Или я новичок, я сюда только что пришла. Понимаете? Здесь ничего не нужно придумывать из себя, тем более фантазировать, ни в коем случае. Здесь все четко продумано, компании все дано, объяснено, вся схема работает как 2×2=4. Все работает как таблица умножения. И нельзя здесь путать вещи, потому что людей вводить в заблуждение случайно — это преступно, я считаю. Нельзя. В нашей команде мы всегда ставим за то, что информация должна быть исключительно точной, правдивой. Не знаешь? Узнаю. И отвечу обязательно. Договорились? Да-да. Все тогда, Соня. Если нет вопросов ко мне, у тебя, Ирочка, есть, может быть, или у... У Алены, у тебя есть вопросы? Алена тоже нет. Ну, замечательно. Девушки, доброго спасибо вечера большое. Вам всем. Прекрасного воскресного дня завтрашнего. Да, спокойной ночи. Арива. Спокойной ночи. Хорошей пока. Недели. Мы-то работать начнем. Да. Очень приятное знакомство, Соня. Пока. Давай. Спасибо. 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 Так, Соня, у тебя, кажется, свистит вот этот наушник. Ты слышишь свист? Нет, нету. Ничего. Интересно, откуда... Ты не слышишь свист, да? Нет, есть свист, но, по-моему, это действительно от вас, Соня. У вас что-то там где-то рядом либо лежит, либо работает, поэтому сдает такой... Сифон. Ну, хорошо, давайте мы сейчас будем это... Соня, ну, у тебя есть вопросы какие-нибудь? Нет, нет.
Вот суть сама понятна? Да, понятно. Значит, тогда мы еще с тобой завтра, сегодня уже отдыхаем, сегодня выходной, завтра у тебя выходной, ближе к вечеру мы с тобой уже тогда это. Моя вам рекомендация зайти на сам сайт Impact Crown Technology и там прочитать их правила и все, что к этому касается. И больше из этого исчерпать. Потом у вас возникнут вопросы. Пока еще у вас нету вопросов, но потом в дальнейшем, я 100% уверена, у вас будут вопросы. Но вы можете спрашивать и не стесняться. Правильно, Ирина? Конечно, конечно, конечно. Она будет, она активна, она заходит в группу, она читает все, смотрит. И сейчас сайт посмотреть, хорошо? Сайт. Все, ладненько, я буду с вами прощаться, было очень приятно, и всех вас послушать. Спасибо, спасибо, дорогая, спасибо. Все, до свидания. Давай, спокойной пока. Ночи. Пока-пока. А, Соня, когда, как ты будешь, ты пакет когда будешь покупать? Слышишь? Так.